Sennheiser EW112P-G3 – это беспроводная петличная радиосистема. Она подходит под разные задачи, где требуется портативность. Комплект состоит из приемника, передатчика, петличного микрофона и двух кабелей – XLR-джек и джек-джек. Как отличить приемник от передатчика? У приемника с обратной стороны есть надпись «Receiver», а у передатчика – «Transmitter». Чтобы включить радиосистему, нужно открыть крышку и зажать на 2-3 секунды кнопку «On-Off», как на приемнике, так и на передатчике. Для начала работы нужно выставить одинаковую частоту на устройствах. Учитывайте, что разные комплекты радиосистем могут иметь разные диапазоны рабочих частот. Они указаны на обратной стороне устройства. Для успешной синхронизации диапазоны приемника и передатчика должны совпадать. Синхронизировать устройство можно двумя способами. Первый способ. На приемнике заходим в настройки, кнопка Set, и выбираем пункт Easy Setup. Затем функция Scan New List. Произойдет сканирование всего диапазона частот на предмет отсутствия помех. По итогу сканирования нажимаем ОК. После в настройках выбираем функцию синхронизации. Прикладываем устройства друг к другу инфракрасными портами. Готово. Второй способ. Выполним синхронизацию вручную. Заходим в настройки на обоих устройствах и выбираем пункт Frequency Preset. Выставляем одинаковые значения группы и канала, к примеру 1 и 5, сохраняем. Синхронизация выполнена успешно. Далее выставляем значение уровня громкости сигнала. На передатчике выбираем пункт Sensitivity, а на приемнике IF-Out, где первый — чувствительность входящего сигнала, а второй — это уровень громкости выходящего сигнала. Какие значения громкости стоит выставлять? Зачастую рекомендуется выставить на передатчике такие значения, чтобы индикатор уровня громкости сигнала колебался в диапазоне от минус 12 до минус 6 дБ. На приемнике параметр громкости желательно не изменять, а дополнительную настройку производить на записывающем устройстве, будь то камера или аудиорекордер. Все сказанное выше достаточно для работы с данной радиосистемой. О более подробных настройках вы можете узнать из инструкции по эксплуатации. Ссылка на нее будет в описании. Данную радиосистему вы можете взять в аренду на сайте zoomprokat.ru. Ссылка в описании. Также любой интересующий вас вопрос можете задать в комментарии. Будем рады вашей подписке на канал, а также оценке в виде лайка. С уважением, Zoomprokat.